И в начале выпуска срочная новость. На экс-губернатора региона Михаила Юревича завели уголовное дело. Об этом заявляет Следственный комитет России. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в 2012 году от Виталия Тесленко, которого Юревич назначил министром здравоохранения. Сам Виталий Тесленко – фигурант громкого медицинского скандала. Экс-министра взяли в 2012 году с поличным во время получения отката от тендера по покупке медицинского оборудования. По данным следствия, Тесленко получил вознаграждение 42 миллиона рублей от двух коммерческих фирм за возможность получить госконтракт и позже еще около 30 миллионов за аналогичные аферы. Суд признал Тесленко виновным и назначил наказание 7 лет лишения свободы и штраф 100 миллионов рублей.